Одно селфи с теледивой, и жизнь Артема Изгагина круто изменилась. Только вот непонятно, в лучшую ли сторону. Некоторые пользователи социальных сетей нелестно стали отзываться о молодом человеке и даже писать сообщения с угрозами. Впрочем, Артем не жалеет, что окунулся в политику. Он занимается сбором подписей в Первоуральске в поддержку кандидата в президенты Ксении Собчак. Реагируют неоднозначно. Кто-то улыбается, ухмыляется, говорит, что зачем нам театр из выборов делать. Кто-то говорит, что Ксения, как вы можете вообще за Ксению Собчак работать, пилить? Она вообще клоун. Да, вот, к сожалению, в провинции мнение о ней такое. Артем уверен, Ксения Собчак – кандидат серьезный, несмотря на то, что позиционирует себя вариантом против всех. А вот Ярослав Ширшиков, напротив, уверен, что политическая гонка не должна быть слишком серьезной, а значит, скучной. Накануне он возглавил избирательный штаб Антона Бакова и со следующей недели вместе с волонтерами планирует собирать подписи избирателей. Говорит, привлечет к предвыборной кампании и свое движение «Гусаров 21 века». Поэтому, мол, скучно точно не будет. Это будут публичные мероприятия, это будут не скучные политические митинги, которые проходят сейчас во всей России. Это будет веселый кураж, кутеж. Мы хотим рассказать и показать, что политика должна быть веселой. Это должно быть шоу, чтобы люди интересовались, чтобы явка на выборах была. А пока екатеринбуржцы не особо следят за ходом предвыборной президентской кампании. Многие признаются, им политика неинтересна в принципе или потому, что исход голосования предсказуем. Я знаю, кто выиграет. Мне интересно. Нет, не интересуюсь. Почему? Ну, другие есть заботы, так, проблемы есть. Ну, ясно, что Владимир Владимирович Путин. Лучшего кандидата, я думаю, нет. Ну, не за Ксению Собчак. Я никогда в этих выборах вообще не участвую, если честно. Почему? Как-то. Да я не знаю, мне что-то как-то вообще. Мне не интересно это. Я считаю, что мало чего от этого зависит, там же уже все это. Они же подтусовывают эти все, как эти называются, голоса или что там. То есть ты уверен в этом? Да, конечно, да. Че Путин-то постоянно. Всю мою жизнь выборы это были просто так, да? Вы-то не застали? Просто шли на выборы и бросали там неизвестно за кого. В каком случае был бы интерес к выборам? Ну, наверное, реально дебаты. Не один, чтобы человек мелькал, а все кандидаты. И все же начало предвыборной кампании не обошлось без скандала. А поводом для него стало появление члена муниципального избиркома возле пункта сбора подписей за одного из кандидатов. Внимание на это обратил и председатель избирательной комиссии Свердловской области. Однако по итогам проверки никаких нарушений выявлено не было. Однозначно трактовать, что именно он, собирал подписи, являясь членом избирательной комиссии, б, организовывал сбор подписей, являясь членом избирательной комиссии, у нас таких оснований нет. Глава областного избиркома дополнил, что все подписи пройдут проверку в Центральной избирательной комиссии. И если обнаружится нарушение, автографы признают недействительными. На сегодняшний день о своем участии в президентских выборах заявили 23 самовыдвиженца и кандидата от политических партий. И пока лишь один из них прошел регистрацию. Оксана Токарева, Владислав Тренько, Павел Кулыгин, Интера ТВ.